ночь 10 на 11 июля. Это тоже в рамках чемпионата мира. Доминго Каррерас и Паваротти. А вот Йоргенсен врывается в штрафной, блёт в нижний угол. Как здорово сыграли датчане. Из ничего сделали что-то. Сделали четвертый гол и забил его Кельвик. Вы посмотрите, казалось бы, закончился эпизод, потому что Йоргенсен пробил в руки Руфаи. Но активный Сан, тот самый нападающий, который вышел на замену и сразу забил, успел подобрать мяч. Нигерийские защитники думали, что мяч уже уходит за линию ворот. Он успел подобрать мяч, вернул его Кельвигу, и тот пробил мощно под перекладину. Да, Мюллер открывает счет. Потом увеличивает результат Брайан Лаудруп. И два мяча во втором тайме. Санд забил, а сейчас Санд блестяще ассистировал. Вот Санд вернул Йоргенсену. И Хельвик из итальянского Удинеза забил четвертый мяч. Ну, кто мог предсказать такой результат, что Нигерия проиграет датчанам, команде сугубо оборонительного плана, забившей на чемпионате, повторяю, всего лишь к этому моменту, до этого матча, три мяча, что нигерийцы будут проигрывать 0-4 и сами ничего не забьют. Те нигерийцы, которые забили 5 мячей испанцам, с ума сойти. Вот торжествующий Кельвик на ваших экранах. Просто сенсация.